Седьмая серия «Москва, Кемерово». Продолжаем движение. Продолжаем движение. Поступили некоторые сообщения. Прочитаю и попробую ответить. Логин Кулер. По стоп-кадру вас можно запомнить очень даже хорошо. Не понял, к чему бы это. Так, он же пишет. Да, пробка была, вы вышли и показали себя, я вас запомнил. Запомнил ваше лицо и прическу. Пробка мне повезло, весело было смотреть на вас с сигаретой в зубах. Мне вы понравились, но подстригитесь. Ё-моё, какое вам дело до моего внешнего вида? Подстригаться мне, не подстригаться. Ну, я больше не буду комментировать. Так, Александр VII пишет. На объездной Нижнего переезда нет больше. Его доделали, и она по-другому идет. Ну, замечательно, замечательно. Потому что этот переезд занимал очень много времени, не всегда можно было попасть. Ну и замечательно, если переезд сделали там. Так, ну, больше пока вроде бы сообщений нет. Не знаю, почему возникает проблема с размещением этого видео. Уже загрузил его второй раз. И второй раз он завис на обработке. Ну, не знаю, подождем еще немного. Какие-то проблемы, видать, у Ютуба вот с интернетом. Потому что первый раз загрузил, ждал примерно 1.5-2 часа, пока оно появится на канале. Но он так и не появился, эта серия так и не появилась. Не знаю, будем смотреть, что будет дальше. Эта серия закончится остановкой на ночевку, на привал. Ролик достаточно продолжительный, ускоренный в 3 раза. Это примерно 1.5 часа записи ускоренного видео. Интенсивность движения невысокая, немножко неровно установлен видеорегистратор, больше направлен, повернут в правую сторону. В большей степени снимает правую сторону.
Но это уже никак не исправить. Не помню, чтоб какие-то были моменты интересные. Так. Движение в сторону набережных Челнов стороной обойду Казань и уже там в Башкирии остановлюсь на ночевку на привал. Общая протяженность, если не ошибаюсь, в этот день было пройдено, по-моему, 700 или 800 километров. Вроде бы начинает смеркаться, темнеть. Время. Сколько время на видеорегистраторе? 14 часов. Тринадцать тридцать примерно. Река Вятка. Ай, но она может не совпасть с картинкой. Поскольку видео ускоряю в 3 раза. Насколько возможно, временами поворачиваю камеру влево и вправо. Сможете это наблюдать, чтобы имели какое-то приблизительное представление о панораме. Красиво, очень красиво на трассе. Замечательный край Чувашия. Что это именно должен быть, я не могу. Сколько не исключил, что обвиняемые не устраивали беспорядки, а напротив пытались защитить население, след
И на самом деле тяжело вот комментировать. Одно дело, когда комментарий идет непосредственно с трассы, а другое дело, когда вот просматривая видео. Сейчас не могу ничего такого интересного припомнить. Но вот эти повороты камеры влево и вправо. Что-то я говорю в салоне автомобиля, тихо слышно. Не нравится моя прическа, блин. Вот интересные люди. Вам что, видео о дороге или моя прическа? Кстати, я в Кемерово подстригся, между прочим. Кому это интересно. Кстати, и парикмахер там замечательный, в Кемерово. Ну, инфраструктура на трассе есть. И вот отправляясь в дальнюю поездку через Чувашию, можете координаты забить в навигатор, и он вас привезет к этому месту, приведет. Места такие для ночевки, на мой взгляд, вполне приличные. И здание солидно смотрится. Площадка, правда, там не заасфальтированная вроде бы. Я вот сейчас просматриваю перспективу, картинку эту. Да, на других видеорегистраторах, к сожалению, этого не было бы видно. Вот дорога уходит тонкой лентой и где-то там на горизонте сворачивает влево. К сожалению, на Акиноре вот этого, вот этой четкости не было бы видно. Это я вот уже свидетельствую, насколько камера датакам лучше, чем вот на за все видеорегистраторы говорить не буду. Очень хорошее дорожное полотно и разметка, и отбойники по краям дороги. Невероятно красивый пейзаж. Маленькие квадратики домов. В общем, камерой я очень доволен. Километра полтора, наверное. Ограничение 70.
очень нравятся комментарии видеорегистратора. Ограничение 70. Все. Без лишнего словоблудия. Ограничение скорости 70 км в час. Там. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Красиво. Ну, сейчас я говорил про гору с левой стороны, там наверху построен типа замка, что ли. Но чувствуется приближение осени. Вернее, уже ранняя стадия осени. Ладно, кто захочет комментарий слушать, будет слушать на другом аккаунте. Осторожно, дети. Ограничение 90. Я просто пытаюсь каждый файл примерно треть комментировать, чтобы более-менее попадать в тему. Так, ну, наконец-то шестая серия загрузилась, доступна для просмотра, пока ни одного просмотра нет. Только что загрузилась, минута две тому назад. Заранее могу сказать, смело отправляйтесь вот по этому варианту. Дороги, видите, хорошие, и также они вот также такое же качество дороги будет и далее. Кстати, отправляясь в поездку, можно... 700 метров, контроль скорости, 50 километров в час, приготовьтесь, через 700 метров, ограничение скорости, 50 километров в час. Можно планировать маршрут и по Яндекс.Навигатору, там есть функции гостиницы... Пост ДПС, ограничение 50. Гостиницы, мотели, ну и так далее. Заправки, магазины. Ну, конечно, предпочтительнее посмотреть видео, вот, своими глазами убедиться, выбрать себе место для отдыха. Татакам говорит ограничение 50. Тут стоит знак 30. Так, ну что, пересекаем еле-еле видно. Это наблюдение за скоростным режимом.
Да, я повернул камеру в одну сторону. Надо было бы и в левую тоже поворачивать, но... Вот этот отбойники с правой стороны, они необходимы, от этого никуда не денешься, это безопасность. Но они скрывают панораму. Конечно, на большой машине, типа КамАЗа, там что-нибудь такого, большого грузовика. Из кабины фуры, конечно, картинка бы была бы просто потрясающая. Кстати, в Татарстане, в частности в Казани, скорость резко ограничена. На каждом углу стоят знаки ограничения скорости 40 км. Ограничение 40 км в час. Это в самой Казани. Ну, я в город не заезжал, обошел его стороной. Объездной дорогой, но по памяти прошлых лет, вот, я на это обратил внимание, кругом стоят такие знаки, постоянно пищит радар-детектор, то есть контроль за дорогой ведется сплошной, постоянный. Сейчас двигаюсь в сторону набережных Челнов. Набережные Челны прошел по краю, не через центр. В который раз, наверное, повторюсь, что очень-очень доволен датакамом. Очень доволен. Конечно, ролики тяжелые, много весят, но качество, конечно, не передают. Очень неплохое. Когда его покупал, хотел взять две карты по 256 гигабайт, но на тот момент их не было. Пришлось брать две по... По 128 гигабайт. Две карты взял, каждая карта хватает на 6 часов 47 минут непрерывной записи. И микрофон, кстати, не скрипит, как в Акиноре. Ни в коем случае не хочу ругать Акиноре. Я его брал с собой в качестве резервного видеорегистратора. Все-таки датакам брал впервые в такую поездку. Не дальняя поездка, так средней длины, средней дальности, но проверил и делаю вывод, что резюмирую, что он не подвел, он оправдал. Даже, может быть, превзошел те ожидания, которые были к нему. Так, а бензин почем здесь? Нифига себе. Это самый низкий бензин стоимость. А, тут я замечаю, что... самая низкая стоимость бензина. 94 рубля, 34 рубля.
92-й 34 рубля. Самая низкая стоимость бензина, это свидетельствую, на всем участке от Москвы до Кемерово. И дороги великолепные, и стоимость бензина низкая. Значит, вывод какой? Замечательный руководитель. Что за район, что за регион, ну это Татарстан, а вот что за район, не знаю. Только попью кофе. Ограничение 70. Парная камера. Контроль средней скорости. Ограничение 90. ДПС, контроль скорости. Ограничение 70. Кто захочет полную версию
общение на 15 канале. Ну, подождите немного, на втором аккаунте я буду размещать с оригинальным аудиосопровождением. Ограничение 70. Ну вот появились первые просмотры. Уже 5 человек просмотрело 6-ю серию. И появилось одно сообщение. Впереди мобильный пост ТПС. Ограничение 90. На канале «Мошенники нет», идет трансляция. «Петухи на зоне. Развод людей на деньги». Кстати, интересный, полезный ресурс. Забейте «Мошенники нет». Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Для общего... Ограничение 70. Для общего развития. Это лазер. По всей вероятности, попали в зону локатора. Радиолокатора. Ну вот невысокая скорость, чтобы посмотреть, рассмотреть природу, ландшафт. Я думаю, на видео без ускорения реальные люди получат удовольствие, рассматривая внешнюю, как они, рассматривая природу, ландшафт, окружающую среду. Предупредил навигатор, сейчас предупредит датакам. Ну вот, они дублируют друг друга. Да, при комментариях нужно будет больше внимания уделять описанию того, что находится по краям, по бокам дороги. Это видео будет несколько продолжительное, хоть и ускорено в 3 раза, по-моему, это 1,5 часа будет длиться. Но это быстрее, мне удобнее обрабатывать вот в 3 раза или вообще без обработки размещать. Без обработки вообще замечательно. Минимум труда. Ограничение 70. На проезжей части ограничение скорости отображается и
образ или как картинка фотоаппарата. Думаю, в комментариях это не нуждается. Но, как показывает вот практика, радар-детектор молчит, ни слова, ни писка, ни визга. Ну вот объявляет, куплю топливо на Лукойле. Кто купит? Водитель-дальнобойщик или работник компании Лукойл? Вот вопрос. Если компания Лукойл закупает вот топливо у проезжающих больших грузов, то какой... то какого качества это топливо? Хоть заправка и брендовая, но... Заправка брендовая, самая дорогая, дороже заправок в России нет. Лукойл обязательно там на 10, на 15, может быть, на 50 копеек топливо дороже. А гарантии качества никакого. Это к вопросу о том, это года два, наверное, назад мне задали вопрос, почему я заправляюсь не на брендовых заправках, а типа сараях, что ли. Ну, во-первых, не на сарайках я заправляюсь, а во-вторых, вот вам только что был наглядный пример того, насколько опасно покупать топливо. Ну, может быть, я сгущаю краски, но на всех... Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. На всех ограничение 70. На всех практически брендовых заправках вот так вот скупается топливо. Какого качества? Кто поставщик? А вот типа сараек таких местных, где заправляются в основном, я даю предпочтение вот этим заправкам, где заправляются местные жители. Вот. Там качество бензина, по крайней мере, гораздо выше, потому что местные жители быстро оторвут голову за плохой бензин. Условия движения вполне комфортные. Интенсивность движения умеренная. Не сравнить с Центральным федеральным округом. Об этом я уже говорил в первой серии. Главное вырваться из Центрального федерального округа. А там уже движение в удовольствие. Ну, если, конечно, не заезжать в города. Набережные Челны я так по краю проехал. Хорошо просматривается вот горизонт. Она потом поедет.
на большом телевизоре, на большом экране, я думаю, хорошо будут видны населенные пункты, домики, дома. Это знак. Знак дети. Так, уже 7 просмотров шестой серии. Что-то горит с левой стороны там, но это уже в реальном видео. Картинка не совпадает. Дым просто увидел на горизонте. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 70. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Парная камера. Контроль средней скорости. Ограничение 90. Прости, Васечка.
В Татарстане тоже ремонт дороги ведет, не ремонт, а строительство. Строительство шикарной магистрали. Ну вот, закончат строительство магистралей, сколько на это может уйти? Ну, я думаю, может быть, лет 5 примерно. Вот тогда с огромным удовольствием можете проехать вдоль всей России, от Мурманска до Магадана, до Владивостока, своими глазами посмотреть на потрясающую красоту природы. Подождите, вот еще подъедем к перевалу через Уральские горы. Вот там посмотрите красоту. Я считаю, что каждый водитель просто обязан проехать Россию хотя бы один раз. Хотя бы один раз. А проехав один раз, потом не остановитесь. И проехать Россию в разные времена года. Весной, летом, осенью и зимой. Одна поездка может занять, ну, для семьи, если делать в день примерно 400-500 километров. Ну, считайте, 20 дней примерно в одну сторону, 20 дней в другую. Ну, плюс еще 20 дней, чтобы заехать и посмотреть города. Ну, полтора месяца отпуск можно было бы потратить на то, чтобы посмотреть на страну. Ну а трассу, видать, строят от набережных Челнов к Казани, я так думаю. Черный пункт, летающий в Кузьмине, а не в этом лет, если бы пошел бы, а в центре, в
Ограничение 90.
Если кто-то, например, решится вот на дальнюю поездку, я бы советовал, рекомендовал снимать тоже полное видео, хотя бы для семейного архива. Не пожалеете. Это великолепная память. Фотографии, видео, остановки на привале. Но останавливаться, например, на привал, на природе, здесь трудно что-либо посоветовать. Если, например, едете группой, несколько автомобилей, тогда можно, наверное, это съехать с дороги, ну, заранее посмотреть, выбрать место. Вот, например, как в начале видео вы видите трек, вот так вот посмотреть на карте Google, выбрать место конкретное, ну, которое понравится более-менее со спутника. Не на самой дороге останавливаться же, не на обочине, ну, отъехав там, может быть, на 3-5 километров от трассы, выбрать, может быть, берег реки там, или берег озера, берег моря там, ну, неважно. Вот. Там провести ночь. Ну и на утро двинуться дальше. Но опять-таки есть в интернете ресурсы, которые обучают вот, автотуризму, автопутешествию, что брать с собой в дорогу, ну и так далее, так далее, так далее. Очень полезный ресурс. Я бы рекомендовал начинающим автотуристам, автопутешественникам с этим ознакомиться, вот, заранее просчитать маршрут, там описывается, как это делать. Кстати, рекомендуют авторы этих ресурсов, ну, проезжать в день порядка 300-500 километров, не более, чтобы получить большое удовольствие, то есть получить удовольствие от путешествия. Конечно, одни предпочитают отдыхать
как бы цивилизованно, где-то на курортах, в Греции, в Турции, не знаю. Я не любитель такого отдыха. А вот на открытой природе это нечто непередаваемое, незабываемое. Надо, конечно, иметь в виду и вот этих летом, если ехать, кровососы, комары. Там ограничение 90. Оводы. Вот. Но если подготовиться, то и они не страшны. Страшно они в Тюменской области. Как вспомню, несколько раз, несколько моих ночевок в Тюменской области. Это было ужасно, конечно. Но не был подготовлен. Вернее, был подготовлен. Но это не помогло. А так вот выбрать место на берегу озера, на берегу реки, поставить палатки, да еще половить рыбку, а утром двинуться дальше. Вот как на восток можно ехать, получить огромное удовольствие от путешествия, так и на запад, я имею в виду Карелию. Я могу ошибаться, но вот я в Карелии был и летом, и весной, и осенью, ну, во все времена года. Я что-то не обратил внимания, чтобы там комары, эти кровососы. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Как бы мне. Ограничение 90. Как бы мне запомнились. Наверное, есть, конечно, есть. От них никуда не денешься, но. Как в Тюменской области, это, конечно, это нечто. А конкретно в Тюменской области это поселок городского типа Бердюжье. Вот. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Панорама великолепная. Панорама великолепная, но было бы, наверное, еще лучше, если бы это было в солнечную погоду, при более такой яркой освещенности. Да и у меня, кстати, настроен был видеорегистратор на автоматический режим. А нужно, наверное, было выбрать облачность, облачный ракурс, облачную экспозицию. Огромное удовольствие получите, если будете проезжать в летнее время в Забайкалье, искупаетесь в Байкале. Вообще потрясающее озеро. Когда возникает такая возможность проехать мимо Байкала, обязательно использую возможность заехать там, просто умыться, ополоснуться в озере. Это символично. Купаться в Байкале холодно, конечно, потому что тает лед поздно. Например, в мае, я проезжал в начале мая, правда, вот там еще такие были торосы ледяные, что о купании даже речи быть не могло. Он как-то бы на жизнь смотрел очень весело, и я никогда не видел таким грустным.
Ну, появляются столбы освещения. Это говорит о том, что приближаемся к серьезному населенному пункту. В данном случае осторожно, дети. К набережным Челнам. Повторю, что в город не заезжал, проехал по окраине и сразу ушел на федеральную трассу. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 40. Вот те, кто совершит дальнюю поездку, например, через всю Россию от Мурманска до Владивостока, вы даже не представляете, насколько у вас повысится самоуважение, самоуверенность, в хорошем смысле слова, о том, что вы покорили такое расстояние. Уверяю вас, самооценка у вас резко увеличится. Это очень важно в жизни. Что-то я погорячился насчет Тольятти и набережных Челнов. Он чуть подальше будет. По-моему, проезжал набережные Челны уже, вроде бы смеркалось, кажется. Ну, как далеко видно дорогу временами, когда открывается панорама до горизонта, видно эти колонны, стайки встречных автомобилей. Временами постараюсь повернуть камеру, чтобы могли посмотреть панораму, насколько это возможно. Но экспериментировать с поворотом камеры, кажется, я буду более активно на перевале. Там участок от начала перевала до конца примерно 200 километров. Шорох шин, шум встречных автомобилей, попутных. Все это свойственно, характерно вот, дальним поездкам. Да что ты даже? Было время, когда в Кемеровской области была самая низкая стоимость топлива. Года, наверное, 4-5 назад. Я всегда об этом трындел. Всегда об этом говорил, но сглазил.
Цена. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Цена на топливо в Кемеровской области стала такой же, как по всей России, выровнялась. Но вот в Татарстане, я говорю, вот обратили внимание, наверное, на комментарий, самая низкая стоимость на всем вот, участке Москва-Кемерово. 34 рубля 50 копеек, по-моему, за 92-й бензин. Так, просмотров шестой серии уже 15. Кстати, я вот смотрю статистику просмотров, странно. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 50. Первую серию просмотрели 262, вторую 151, третью 133, четвертую 72, пятую 121. Ну а шестую пока 12. Интересная статистика. В ускоренном видео, наверное, заметно будет, как меняется ландшафт. Ну, я говорю, те, кто поедет вот по этому маршруту, ну, они уже увидели, наверное, вот эти вот затруднения какие-то. Сложности в связи с ремонтом, со строительством дороги, но в основном движение вполне приемлемое, вполне комфортное. Я думаю, только удовольствие получите от этой поездки. Ну, начинает вроде бы темнеть, сумерки постепенно опускаются. Света фар на асфальте пока не вижу, но я думаю. Впереди камера. Ограничение 70. Ну, я думаю, скоро это уже вот. У встречных автомобилей, кстати, видно отражение светофар. У себя пока не вижу. Но сумерки наступают, темнеет. Скоро уже буду искать место для ночевки. Ну, это уже будет за набережными Челнами. Вообще-то ускоренное видео можно было бы не комментировать, вот, потому что люди знают, что им нужно, и слушать вот, это, наверное, на
не самое главное. Совсем не самое главное. Главное увидеть своими глазами. Но чтобы не совсем было скучно. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 60. Ну, я вот шел со скоростью 88, ограничение скорости, и поэтому сработала сирена. Впереди камера. Ограничение 60. Ну вот, уже набережные Челны видны, или по ним уже еду. Как будет на картинке, не знаю. Осталось совсем немного. Правую сторону занимают большие грузы, они идут на весовую, взвешиваются. Вот, ну а маленькие машинки, для них открыто свободное движение. В набережных Челнах уже сумерки, уже темновато. В смысле, не дневное освещение. Фонари пока еще не горят, не включились. Вот обратил внимание, последние годы идет не только дорожный строительный бум, но и вот города отстраиваются. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Набережные, ограничение 60. И набережные Челны, в том числе, здорово, красиво поднялся город Тюмень. Просто потрясающие красоты здания. Огромное количество торговых центров, автосалонов. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 60. Ну вот видео, просматривая видео, можно сделать выводы, что вот это вот мнение «дураки и дороги», но в большей степени. Кстати, это только о федеральных трассах я говорю. Я не говорю о дорогах регионального, местного значения. Дороги местного значения, конечно, в отвратительном состоянии, в ужасном, я бы сказал. Парная камера. Контроль средней скорости. Ограничение 60. Не знаю, совпадет картинка или нет.
с аудио. Ну вот я, например, сейчас еду по набережным Челнам. Окраина набережных Челнов. Объезжаю город с правой стороны. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 60. Много рекламы на 15 канале. Вот. Хорошо, что хоть стали не полностью зачитывать свои услуги, а предлагают, вот, например, мойка и на каком канале можно с ними связаться. Это правильно. А то вот раньше как включится на несколько, на минуту, на целую, даже больше. И вот трындят о своих услугах. Ты в них не нуждаешься, тебе это не нужно. Вот, они продолжают трындеть. Это, конечно, действовало на нервы. Но сейчас вот молодцы, отработали технологию. Сообщают номер канала, на котором можно с ними связаться. Ну вот серия постепенно приближается к концу. Сейчас буду присматривать, проехав набережные Челны, буду присматривать место для ночевки, для привала. Парная камера. Контроль средней скорости. Ограничение 60. Вот покинули город Тольятти и набережные Челны. Камера в спину. Ограничение 70. Проехали набережные Челны. И вот уже начинаю присматривать место, где остановиться на ночевку. Предпочтение отдам тем, кто будет с правой стороны по ходу движения, чтобы не пересекать встречную полосу. Полотно дороги черное. Во время осадка, во время дождя очень тяжело ехать. Но то, что разметка есть, она выручает, конечно. Но самого полотна дороги не видно. Вот эти ямки могут быть колдобины, но, слава богу, их нет. Это на всякий случай. Черное полотно дороги очень опасно во время осадков. Просто вспоминаю момент, когда ехал по трассе Амур и... Обгон запрещен. Ограничение 90. И уже проехал в Биробиджан. Пошел дождь. Вовремя не остановился, в расчете успеть до дождя где-нибудь остановиться на ночевку, и попал в самый, как говорится, под самую раздачу. Черный асфальт, ни разметки, ничего нет, совершенно ничего не видно.
асфальт поглощает лучи от от фар. И едешь как вслепую. Единственным для меня ориентиром был это впереди идущий большой груз. Вот я уцепился за него, и его габаритки мне помогали в движении. На него только и ориентировался. Если он исчезал из поля зрения, значит, я рассчитывал, что там поворот. Но это пришел мой главком. Главнокомандующий мой пришел. Сейчас пойду. Пристально присматриваюсь. Начинаю присматриваться, где остановиться на ночь. Но качество съемки меня очень радует вот в темное время. Очень радует. На видео это гораздо видимость лучше, нежели вот в реальности. Может быть, встречные машины ослепляли, но здесь фильтр обрезает. Ну вот, по-моему, я присмотрел. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Что-то с правой стороны хотел на заправке остановиться, но увидел, что места нет для ночевки. Поэтому двинулся дальше. Вот как меняется экспозиция. Там установлено, по-моему, плюс 1,3, 1,2. А нет, 1,1. Один запятая один. Сразу резко улучшилось освещение, улучшилась картинка. Ночная экспозиция 1,1 плюс. Сколько было в движении, не помню. Ну, наверное, часов 10, не меньше. Так, стоянка есть, нет. Ну вот, в салоне я говорю, что стоянку увидел впереди. Платную стоянку или как. Вот и буду здесь останавливаться на ночь. Ну вот, увидел с правой стороны. Сейчас поверну и остановлюсь. И останусь тут до утра. Ты остановился посмотреть на то, что там стоит возле этой гостиницы, возле этого мотеля. Это у меня вызвало доверие. Ну и все, до следующей серии. Пока.